Ну что вот, Кать, я вообще обожаю пледы, у меня дома есть два пледа, и, честно говоря, ну, так как у меня муж и два сына, нас четверо, эти два пледа мы тянем друг у друга, и каждый стремится, вот, знаешь, себе его вперед урвать, потому что это любимые, любимые пледы у меня в доме. Если вы также обожаете нежность, как и я, и мои домочадцы, нужно срочно звонить, заказывать и наслаждаться нежностью. Олечка, учитывая, что у нас не один плед, у нас четыре пледа на выбор, четыре расцветки, но я, конечно, рекомендую заказывать сразу все, чтобы полностью преобразить свой интерьер. И у каждого, чтобы в доме был свой плед. Итак, посмотрите на эту необычайную красоту. То, что вы видите в данный момент, это у нас плед весенней трели. Ласточки, цветы и желтые солнечные оттенки, которые будут украшать ваш интерьер. Но это только первый вариант. Итак, в моих руках и мой выбор сегодня, это у нас цветочный букет. Посмотрите, насколько он прекрасен. Ведь здесь у нас сочетание оранжевых, желтых оттенков. Но это еще не все. А вот она нежность. Это ласточки прилетят в ваш дом. Ласточки и, конечно же, розы. И это еще цвета 2017 года. Еще модные тенденции будут в вашем интерьере. Итак, а самый популярный у нас сегодня розарий и ласточки мне подсказывают. А в Олиных руках мы видим розари. Желтые оттенки. Приобретайте сразу 2-3 пледа, чтобы создать свой полноценный интерьер. Вот, знаете, я, во-первых, обожаю пледы за то, что в них можно укутываться. Во-вторых, мне очень нравится, что можно вот так вот задрапировать кресло и прикрыть, да, уже немножко, может быть, где-то потертую и обносившуюся обивку. Ну и, конечно, это отличное решение. Вот настанут уже теплые денечки, когда мы будем просто укрываться пледами. Давай немножко поговорим о качестве. Расскажи, пожалуйста, что это вообще за ткань? Вообще мех это или ткань? Олечка, это у нас трикотажное полотно, которое называется у нас Airsoft. Airsoft обладает необычайной нежностью, необычайной мягкостью. К нему хочется прикасаться, хочется, чтобы он обволакивал просто тебя своим теплом. Но что очень важно, именно Airsoft обладает не только нежностью, не только мягкостью, но еще и прочностью. Вам трудно в это поверить? Так, значит, проверим прямо сейчас. Итак, давайте растянем его, чтобы вы убедились. Ой, Катя, он такой нежный. Как ты его нежный, но он такой прочный, ведь это Airsoft. Посмотрите, держит форму, не деформируется. Это новейшие технологии в мире текстиля, созданные самими японцами. Вы представляете, даже не потянулся. Но, Катя, ты знаешь, я сейчас что обнаружила? Посмотрите, вот популярнейшая расцветка розарий. Вот, мне она очень тоже нравится. Ласточки, Олечка, ласточки, самый светлый тон. Это ласточки. Катя, знаешь, что обнаружила? Да. Что он у нас постелен изнаночной стороной. Это изнанка, вы представляете? А теперь давайте сравним изнаночную сторону и лицевую. Вы видите разницу? Разницу, Олечка, нет, по той причине, потому что здесь используются особые красивые, особые красители, что очень важно, а также мерсилизация. Это такой прокрас, который не полиняет никогда. Вот. Идет специальная обработка пледа, специальным составом, что закрепляет очень хорошо краситель, и плед со временем не линяет и обладает вот такой, таким блеском необычайным. Эта расцветка называется «Ласточки», она самая светлая, самая нежная, на нежно-нежном, а таком акварельно-зеленом цвете. Но, Катя, я смотрю, ты все-таки предпочитаешь больше оранжево-терракотовые цвета. Ты знаешь, Олечка, мне нравятся все цвета. Я тебе хочу сказать, что у меня не один плед, у меня много пледов разных цветов, потому что именно плед задает тон дому, да? Какое мне сегодня настроение хочется? Сегодня хочу солнца, пожалуйста. Может быть, хочется нежности, пожалуйста. У нас четыре цвета на выбор. А вот как ты заметила, что вот эта расцветка, мне кажется, вот идеально подойдет в комплектацию тем, кто заказал уже шторы. Они называются «Карамельный шик». Шторы, кстати, у нас сегодня пользуются огромным спросом. Это 10 в одном, 10 вариаций. Забирайте с бесплатной доставкой свои шторы и возьмите пледы в комплект. Сделайте заказы прямо сейчас. Вообще, Катя, ты знаешь, у нас очень многие смотрят наш телеканал, но пока еще не решаются делать свои покупки. Вот спецпредложение дня – это идеальное решение для первой покупки. Звоните прямо сейчас, меньше 1000 рублей, спецпредложение дня.
Олечка, ну у нас 4 цвета на выбор, я думаю, каждый подберет себе, но я рекомендую приобрести все 4, конечно же. Ну и посмотри, какой он нежный, какой он мягкий, какая пушистая фактура у нашего пледа. Да, и что очень важно, Оль, вот такой плед, он будет согревать сухим теплом. Вот именно сухое тепло будет дарить вам AirSoft, не будет парникового эффекта. А еще, Олечка, очень важно, что AirSoft не электролизуется. Вот укутайся сейчас и проверь сама. Слушай, вот это очень важный момент. Вспомните, как мы берем, да, пледы, покрывала, начинаем их снимать с мягкой мебели, а она начинает трещать, скапливает фантастическое электричество и потом начинает щелкать. Вот с таким пледом нас это не ожидает. Ну а потом, вы знаете, вот мягкость и нежность, она буквально обволакивает. Так и хочется погружаться вот в эту негу. Сделайте себе заказ. Если вы еще ни разу не укрывались пледом из Wellsoft, вы, во-первых, ощутите всю нежность прикосновений и полюбите. А если вы уже знаете, что такое Wellsoft, заказывайте плед сейчас. Вы знаете, на что Катя обратила внимание? Да. У меня был раньше плед, но он был, ну, как-то жиденький, да? Так. Вот, был пушистенький, но очень редкий был ворс. И он у меня, ну, как сказать, не так согревал, не настолько был приятен и смотрелся не так дорого. Олечка, ну, AirSoft – это уникальные технологии в мире текстиля. Здесь очень хороший набивной ворс, который, что важно, со временем не истирается. Хочу отметить такой нюанс. Моему пледу уже 5 лет. 5 лет я его регулярно стираю, я его регулярно использую на природе, украшаю свой интерьер дома, стелю своему ребенку на полу, чтобы ей было тепло и комфортно. Оля, и он у меня такой же нежный, такой же мягкий, и даже нигде нет, не протерся, не вытерся и не деформируется. Итак, внимание, внимание, 4 цвета на выбор, меньше 1000 рублей плед полутораспального размера. Забирайте свою расцветку, многие берут все 4. И делают подарки себе и своим близким. Меньше 1000 рублей. И это специальное предложение сегодняшнего дня. Возьмите 4 пледа и забирайте с бесплатной доставкой. Продюсер, подтвердите, получится у нас, если 4 пледа взять, будет бесплатная доставка? Пусть пока подсчитывает продюсер, я отмечу, звонки бесплатные. Сделайте свой первый заказ на Shop & Show прямо вот сейчас, в эту минуту, и наслаждайтесь нежностью. 4 штуки. Бесплатная доставка. Продюсер подтверждает. Как это замечательно. Да, 4 приобретаем, 2 пледами украшаем свой интерьер, а 2 можно оставить на подарок. Ведь это лучший подарок для каждого члена семьи. Для мамы, для бабушки, для папы, для ребенка. Это действительно необычайная нежность, которая не только преобразит ваш интерьер, но и согреет вас холодными зимними, весенними, но и также и летними вечерами. А как приятно устроиться за чашкой чая на даче, на веранде, за душевными разговорами. Возьмите каждому домочадцу плед «Золотой рассвет». Спецпредложение дня.